Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать пауэрбанки в милитари стиле при помощи страйкбольных магазинчиков от разных типов приводов и 3D-печати, ну, соответственно, некоторых запчастей с AliExpress и банок 18650. Сейчас я их выпотрошу и покажу, как собирать. Значит, пауэрбанки я уже выпотрошил. Начнем с самого маленького. Ранее это был бункер для MP5. Производителя, к сожалению, не помню. Значит, нам потребуется сам корпус металлический, 3 распечатанных детальки, 2 половинки для размещения платы и аккумуляторов и заглушечка небольшая. Установка здесь простая. Самый главный элемент – это платка с AliExpress. Ссылку, естественно, оставлю в описании. По поводу технических характеристик особо распинаться не буду. Можете сами глянуть на лишки в описании. Соответственно, у меня здесь уже все припаяно. И объясню принцип размещения элементов. Под плату у нас подготовлены пазы. Устанавливаем плату. К плюсу и к минусу припаиваем провода. Я сделал таким образом, чтобы элементы располагались минусовыми жопками друг к другу. Провода утапливаем в пазах. Выводим пружины. Устанавливаем элементы. Да, так, еще раз прошу обратить внимание, плюсовые концы элементов находятся сверху и снизу, а минус находится в центре. Соответственно, минус идет на левый элемент платы, а плюс идут на правый элемент платы. И данная схема будет повторяться как в бункере, в пауэрбанке для М4 и в пауэрбанке для АК магазина. Минус соединяем при помощи пружинки, чтобы лишний раз не паять. Так, закрываем второй ответной частью. Устанавливаем внутреннюю часть в корпус. И для фиксации внутреннего корпуса во внешнем ставим заглушечку и прикручиваем двумя маленькими саморезиками. Пауэрбанк готов. Тестируем на работоспособность. Работает. Далее переходим к пауэрбанку М4. Здесь я намутил что-то очень много деталей. Из-за особенностей корпуса бункера М4 пришлось разрезать внутреннюю деталь на такие замысловатые формы. Сборка, как и прежде, по схеме. Плюсы сверху и снизу, минус посерединке. Воссоединяем две больших части между собой. Можно даже зафиксировать при помощи винта М4 на 10 мм. Неважно, какой дин. Так, половинки соединили. Теперь нам необходимо установить контакты на место. Соответственно, плюсы у меня уже припаяны. Минус соединяется при помощи пружинки. Точно так же. Так как здесь корпус у нас неразъемный,
Для большей безопасности я использую изоляцию, чтобы ничего никуда не вылетело. И не замкнуло на корпус. На металлический корпус. Укладываем провода в шахты. И на маленькую ответную часть укладываем нашу плату в пазы. И теперь эту ответную часть устанавливаем на посадочное место. Фиксируем винтом М на 2,5 на 12 мм. Устанавливаем в корпус. И фиксируем, чтобы с корпуса не вываливался, очередным винтиком М4 на 5 либо 8 миллиметров. Еще раз проверяем работоспособность. Все, работает. Переступаем к калахе. На калаху мне не хватило платки, поэтому только теория. Аккумулятор располагается точно так же. Плюсовыми сторонами вверх и вниз. Жопки минусовые. К минусовой подходит короткий канал. К плюсам подходит длинный канал. Плата распределения питания, соответственно, устанавливается в паз. К нему припаиваются контакты. Сторонки закрываются. Корпус фиксируется по желанию винтами М3 на 8 мм в трех местах. И устанавливается в корпус. Для фиксации внутренней части пауэрбанка в корпусе, в пластиковом корпусе бункера, необходимо предварительно установить этот корпус, сделать отметины и просверлить в нем отверстия под штифты, под родные штифты, которые остались от бункера. Ну вот и все. К сожалению, мне удалось разместить всего два элемента 18650 в данных корпусах. Более данные элементы в большем количестве размещать не получается. А на сегодня все. До скорых встреч. Ваше здоровье.